Крымчан Россия бросила на произвол судьбы? Вон взрыв. Прям, ого, побахнуло, смотри. Вот это, блядь, вот это, да, местные жалуются, что даже система оповещения во время воздушной тревоги не работает. Воздушная тревога. Идешь по парку Победы и даже не знаешь об этом. Если бы люди не сказали, мы бы даже не знали. Я думаю, что здесь достаточно столбов для того, чтобы установить на них громкоговорители. Оккупационные власти не закрывают пляжи для отдыхающих. Вариантов нет. Мы завязываем мешки с песком. Строим некую защиту для отдыхающих на пляже. Жители Еленовки не согласны с ролью живого щита, которую им отвели россияне. И самостоятельно устанавливают укрепление из песка на пляжах. Работа кипит. На самом деле мы подошли и спросили, чем нужно помочь. Смотрю, женщины мешки там засовывают, да, в друг дружку. Цель стоит создать такую защитную точку, защищенную для тех, кто отдыхает на пляже. Мы приехали сюда отдыхать. И, ну, не смогли вот мы себе пройти мимо, с мужем, там дети ходят, все завязывают, что-то делают. Агенты партизанского движения «АТЭШ» сообщают, что во временно оккупированном Крыму российские военные разместили установку ЗРК прямо над пляжем, ставя под угрозу местное население.